Друзья, рад сообщить вам приятную новость. Теперь PayPal у нас заработал уже в Украине с сегодняшнего дня. Вот буквально новость услышал. И сейчас я вам продемонстрирую, как зарегистрироваться в PayPal, как добавить счет, какой минимальный вывод и все последующие вопросы, которые вы будете слышать и видеть в видеоролике. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. Смотрите, друзья, ничего сложного нет, в принципе, вы можете как через приложение зарегистрироваться, либо же через сервис, имеется в виду через браузер. Это сути не меняет, регистрация простая, добавляете электронный адрес, придумываете пароль, номер телефона, ну а дальше уже я вам все буду демонстрировать наглядно, как это работает. Вы введете сюда свой электронный адрес, фамилия, имя, отчество, все то, что потребуется, все как обычно, стандартно это делается, здесь объяснять ничего не нужно. Вот, я прошел регистрацию через Face ID. У вас здесь будет первоначальных три окна. Первое, это уже использование карты. Вы добавляете карту. Что у вас появится? Когда вы будете добавлять свою карту, вам предложат либо отсканировать карту, либо вручную ввести. Естественно, вы вводите этот счет, вводите сроки карты, это месяц, год действия. Ну и, конечно же, CVV-код, секретный код для подтверждения карты. У вас снимется $1 для регистрации карты. Примерно через 10-15 минут вам обратно этот доллар вернут. Это для того, чтобы верифицировать ваш аккаунт и ваш номер счета. Вот у меня карта, у вас раздел карты вот здесь будет. Вот моя прикрепленная карта приватовская, и как бы она у вас здесь будет существовать, и вы сможете отправлять эти запросы. Вот можно отправить запрос, здесь вам нужно будет ввести какие-либо данные, то есть я вот скопировал в данный момент, но я ничего, вам нужно будет вводить либо с контактов, либо же вручную вводить именно по email, либо же email адрес, либо же это будет имя. Все, отправляете запрос, и точно так же этот запрос обрабатывается очень быстро, в течение, буквально сразу же деньги приходят. По выводу, что касается вывода, вывод средств будет действовать от 3 до 5 дней банковских, как это в стандарте бывает, но обычно в течение дня приходят, даже не сутки, а в течение дня. Может быть даже быстрее, все в зависимости от того времени, когда вы запросили. Если же это ночь, это может затянуться, если же это будет утром, днем, это будет быстрее. Все в зависимости, конечно, от ситуации. Вот напишите в комментариях, если вы уже будете использовать на момент видео или попробуете, через сколько у вас пришли деньги с момента запроса и на какую карту, это приватбанк либо монобанк. Для меня это будет очень интересно. Здесь вот оплата, то, что именно долларовая валютка, которая вот здесь вот внизу, вы здесь можете назначать платежи. Вот то, что я уже скопировал адрес, к примеру, вот есть такой-то человечек, и вот я могу отправлять. Точно так же вы можете и запрашивать. Запрашиваете вы вот здесь отправить запрос, именно то, что я говорил. Вы можете его отправить здесь. Ну вот, в принципе, ничего сложного нет. Вот здесь ваш долларовый счет, вся полностью информация, вы можете ознакомиться. Вот основное меню, здесь можете добавить свою фоточку, личную информацию, ну, в общем, и здесь вся та обычная настройка. Нужно будет закрыть счет, здесь имеется такая функция. Все, вот весь функционал, все просто и понятно. Вот и все, друзья, это очень приятная новость, поэтому поддержите это видео пальцем вверх. Ваш лайк для меня это мотивация последующих видеороликов. Оставьте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно, если я вам помог. Подписка на канал и прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся.